Короче, он распиливает, блин, железяку, короче, да? Вот, ему на 97-й год, он без руки там два пальца вот так, короче. Ребята, я вам серьезно говорю, это генетика, прикиньте, ну, сейчас еще покажу. Просто дед такой ништяк, в Брестской крепости начал войну. Вот такой чувак у нас, ну, да, сейчас. Смотрите. Ну да, да, да. Дело, дело. Короче, столько не то, что они живут, он дед, короче, боевой, серьезно. В разведке служил, там по нему и снайпера стреляли, такой боевой вообще, с Барнаула, вот такой маленький, короче, прикинь, засаживают по полной тут, надо. А я ему помогаю иногда, не лезу, конечно, к нему, да. Сейчас еще покажу. Так а когда ты ее распилишь уже? Да. Отдохни, выключи.